Сегодня у нас состоялось торжественное открытие третьего сезона любительской хоккейной лиги Республики Башкортостан. Это очень значимое для нас событие, потому что лига растет, лига развивается, уровень повышается. Сегодня матч открытия. В матче открытия принимает участие команда «Транстерминал Уфимец». Можно сказать, нужно отметить, что команда «Уфимец» – это победитель регулярного чемпионата прошлого сезона. Команда «Транстерминал» – бронзовый призер прошлого чемпионата. Люди после работы не пьют, не наркоманят, а приходят, занимаются хоккеем. Это же здорово. Понимаете? Здесь особого мастерства здесь не увидишь, потому что люди хотят что-то, быть похожими на кого-то. Это же здорово. Раньше такого не было, близко даже. Не говоря о форме. Салават Юлаев раньше не имел такую форму, какую имеет вот сейчас любая команда. Мы рады, что очередной сезон начался. Мы как бы стоим, наша команда стоит у истоков для движения любительского хоккея. Ну, я считаю, сегодня праздник у нас. На что претендует? На первое место, конечно. Все команды претендуют на первое место. Ну, настроение, в принципе, очень-очень замечательное по поводу того, что мы, в принципе, команда не новая, то есть коллектив у нас уже давным-давно существовал под другим названием. Мы очень, естественно, рады, организация прекрасная, уровень данной лиги просто, так скажем, поднебесный, спонсоры хорошие, организация классная, нам все нравится. К сожалению, наша команда возрастная, на многое нам не предстоит претендовать, но, наверное, дай бог выйти плей-офф и там хотя бы один раунд зацепить. В общем, за сезон с учетом плей-офф будет проведено более 200 игр. Уровень команд, мастерство команд выросло по сравнению с тем хоккейным сезоном. Сейчас вот даже мы смотрим первую игру, открытие чемпионата. И мне очень отрадно того, что именно что эти 20 команд все хотят выиграть кубок. А кубок, к сожалению, один, да. До 1 марта у нас завершится регулярный чемпионат. И с 1 марта мы планируем перейти к следующему этапу плей-офф.